Мир вам! Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. Я вітаю усіх, хто нас дивиться сьогодні. Церковний календар є невичерпним джерелом тем для шанувальників історії. Сьогодні я пропоную вам пригадати і події 20-го століття, і часи тисячолітньої давнини. Люди, про яких ми будемо говорити, не просто залишили пам'ять про себе в історії, вони дали нам приклад істинного патріотизму і державотворчого мислення, якого так не вистачає нам сьогодні. Першим героєм нашої передачі буде святий священомученик Володимир, митрополит Київський і Галицький. Його ім'я відкриває список новомучеників нового часу. Гоніння на віруючих на території Радянського Союзу були визнані наймасовішими в історії. Мартиролог нашої церкви вже поповнився на 1776 імен. Це далеко не всі страждальці за віру, бо документальна база, створена православним гуманітарним Свято-Тихоновським університетом, містить інформацію про понад 32 тисячі репресованих священнослужителів і мирян. Однак навіть приблизне число людей, які постраждали за віру у ті роки, досі невідоме. Святий священомученик Володимир був людиною неординарною. Син звичайнісінького сільського священика. Добре обізнаний з життям простого народу, він мав чуйне серце та був обдарований багатьма талантами. Де б йому не доводилося служити, повсюди він турбувався про облаштування церковного і парафіяльного життя, приділяв увагу просвіті, турбувався про знедолених. Він будував і ремонтував храми, відкривав недільні школи та просвітницькі курси, засновував благодійні товариства і місіонерські братства, облаштовував богадільні та притулки. Київ і Самара, Москва і Петербург, Стара Руса і Тбілісі повсюди відзивалися з любов'ю про доброго пастиря. Революційна буря застала його в Києво-Печерській лаврі, але ніхто не оборонив святителя від убивць. Безропотно і безмовно віддався в руки убійцям. Вони його вивели за стіни нашої лаври святої і там розстріляли і закололи штиками без суда і слідства. Перед своєю кончиною, равно как и наш Господь, пастыреначальник, молился за своих распинателей, так же, как и первомученик архидиакон Стефан молился, чтобы Господь простил тех, кто побивал его камнями. И наш священомученик Владимир взмолился к небу: «Господи, прости им, потому что не ведают, що творять». Убивство святителя Володимира відкрило сторінку небувалих гонінь на християн Русі. Від рук своїх братів і співгромадян постраждали тисячі людей. Із цих кривавих років вітчизняної історії кожне наступне покоління може винести не один урок. Як ніколи Каїн пролив кров брата свого Авеля, і вона взивала на небо, так і кров мучеников и праведников, которая пролита была на нашей земле, вопила о возмездии. Поэтому преподобные прославились во славе своей, а те, кто восставал на них, слава их прошла шумом. О, не завидуем мы им, потому что знаем ихнюю участь, потому что ихние имена сегодня поносятся, а их родственники и наследники стесняются признаться, что в их роду были такие богоотступники. Нетлінні мощі святого священомученика Володимира сьогодні відкрито почувають у дальніх печерах Успенської Києво-Печерської лаври. І вони є тим ланцюжком, який пов'язує з прославленою обителлю і наше Криворіжжя. Бо на часточках цих цільбоносних мощів сьогодні будується кожен храм на нашій землі. А ім'я святителя-мученика особливо прославляється у Криворізькій чоловічій Володимирській обителі, намісник якої на престольне свято відзначає і своє тезоіменництво. –
10 лютого православні християни Кривого Рогу традиційно відзначали пам'ять преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського. І вже традиційно свято на честь цього нашого святого співвітчизника зібрало і численне духовенство, і чимало богомольців. Наша знімальна група теж побувала на святковому богослужінні у кафедральному Спасо-Преображенському соборі. І я пропоную вам просто зараз не тільки помилуватися відзнятими в день свята кадрами, а замислитися над долею цього святого і тими його талантами, яких не вистачає і нашим правителям, і нашим співгромадянам. Святковий передзвін, урочистий спів церковного хору, спільні молитви цілого сонму духовенства і мирян. Місто відзначає пам'ять свого небесного покровителя. І під час святкового богослужіння так легко перенестися подумки на тисячу літ назад, в ті часи, коли сини і онуки Володимира Великого розбудовували Київську Русь, а навколо засновника вітчизняного чернецтва Антонія тільки назбиралася братія. Одним із ченців став і боярин Єфрем. Він належить до тих святих, чиє житіє сьогодні може подарувати літераторам і кінематографістам і яскравий, і гострий сюжет. Лиш уявіть собі високопосадовця, який так втомився душею від усіх вигод свого розкішного життя, що втік до монастиря. За постриг чиновника правитель лютує і хіба не оголошує обителі війну. Ченці змушені переховуватися у сусідньому регіоні, а сам винуватець монаршого гніву простує за море під захист іншої держави. Згодом повернувшись на батьківщину, він впорядковує тут чернече життя, а будучи митрополитом в Переяславі, стає ще й прославленим будівничим і піклується не тільки про зведення храмів, а й про фортифікаційні та соціальні споруди, міські мури, лікарні, школи і навіть лазні. Преподобний Єфрем являється сьогодні для нашого града, для всіх нас, а для мене особливим, добрым примером, примером святости, примером молитвы, трудолюбия, особенно терпения и верности нашему Богу и Христу. Ім'я преподобного Єфрема носить у постригу криворізький архієрей. Тож святий Переяславський святитель надзвичайно близький віруючим Криворіжжя. Церковні торжества на його честь завжди багатолюдні. Цьогоріч на свято прибув і єпископ Кременчуцький та Лубенський Миколай, чий шлях до єпископства починався у Кривому Розі. Ми всі сьогодні поспішили, щоб розділити з вами радість торжества, щоб вознести сьогодні милосердному Богу наші скромні молитви, щоб Господь укріпив вас, Владика, на багато літ в ваших архіпастирських трудах, щоб по молитвам Царіці Небесної Господь дарував вам сили непрестанно трудитися і молитися на Ніві Христовій. Своєю увагою вшанували день святителя Єфрема і представники різних рівнів влади Криворіжжя. Попросивши благословення нашій землі від святого державного і церковного діяча минувщини, вони вітали з іменинами криворізького архіпастиря. Поздравляємо вас з таким вашим праздником. Желаємо вам здоров'я, успіхів, многих лет жизни, потому что вы ежедневно молитесь за всех нас, за всю епархию, за процветание наших городов и за то, чтобы Бог вразумил всех для того, что должен быть мир, счастье, уваження, любов друг другу. По завершенні богослужіння поспішили привітати свого святителя стезоіменництвом і миряни. І вони особливо дякували архіпастирю за труди, за те, що нині місто сяє церковними банями і хрестами, за те, що є де молитися і вчитися закону Божому, за те, що кожен криворіжець може наповнитися справжньою духовною радістю, якої нікому не відняти. Нашу передачу продовжує літературна сторінка. Я вітаю на студії протоиерея Олександра Горовенка. Здравствуйте. Сьогодні в нас квартет.
Проказница Мартышка, осел, козел да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит Мартышка. «Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я прима, сяду против торы. Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте ж, я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коли рядом сядем». Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решить сомненье, пожалуй, говорят, возьми на час терпенье, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтоб музыкантом быть, так надо б на уменье и уши ваших понежней, им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Татьяна Александровна, вам слово. Музыка. Одно из высших проявлений музыки – это пение. Один из богословов современных говорил, что единственное искусство, которое пригодится человеку после смерти – это пение. Прославлять Бога своим пением. Ну, это так, красивые слова, как там даст Бог, увидим. Вот в этих четырех не получается ничего. Говорит, и ноты есть, и инструменты, а музыки нет, нет гармонии в ихних движениях. Вспоминается сразу аналогия с нами, христианами. Храм есть, знаем более-менее, что делать, Евангелие есть, таинство есть, а душа не играет, то есть нет божественной музыки. И это чувствуют не только мы, христиане, это чувствовали иудеи во время пришествия Христа. Приходит к Христу молодой человек, юноша, спрашивает, а что мне делать, чтобы спастись? И что можно перевести? Что мне делать, чтобы сердце зазвучало небесной музыкой? Христос говорит, заповеди знаешь, соблюдай. И когда он уже спросил, сказал, что я все сохранил от юности, Господь поставил ему такое условие, которое он не мог выше него пойти, раздать имущество все и пойти за ним. Это было условие совершенства человеческого, которое в принципе невозможно. Но нас интересует вот аспект тот, что жизнь христианина – это не жизнь внешняя. Жизнь христианина – в ней должно доминировать внутреннее состояние. Не внешнее проявление нашей религиозности на первом месте должно быть, а внутреннее. Сначала внутреннее, только потом внешнее. Иначе быть просто не может. Невозможно от писания записки научиться молиться. Невозможно от того, что ты ставишь свечку на подсвечник, стать милосердным. То есть сначала ты приобретаешь эти качества внутри, только потом они проявляют себя внешне в церковно-религиозной обрядовой стороне действий человека. Я хочу зачитать слова, которые написал и сказал святитель Тихон Задонский. То, что касается внутренней жизни человека, чтобы почему у нас эта музыка не звучит, как в этих четырех описанных Крыловым. Сердце – это начало и корень всех наших деяний. Сердцем веруем или не веруем, сердцем любим или ненавидим, сердцем смиряемся или гордимся, сердцем терпим или ропщим, сердцем прощаем или злимся, сердцем примиряемся или враждуем, сердцем обращаемся к Богу или отвращаемся, сердцем приходим к Богу или удаляемся, сердцем благословляем или клянем. Следовательно, чего нет на сердце, того и на самом деле нет. Очень важная мысль, читаю ее еще раз, запомните ее наизусть. Чего нет на сердце, того и нет на самом деле.
от чого внутрі ти не чувствуєш, ти можеш обставитися під свічниками і заставити їх всіх свічами. Можеш, як говорив Дмитрий Смірнов, випити всю святую воду і з'їсти всі просфори і приложитися ко всім мощам, но от этого ти не станеш іним. Чого нет на серце, того і на самом деле нет. Як його придбати в своєму серці, щоб воно було? І ще дочитаю. Зараз. Вера не єсть вера, любов не єсть любов, когда на серце не имеется, а єсть лицемерие. Смирение не єсть смирение, а притворство, если в сердце, не в сердце. Дружба не дружба, а хуже вражды, если внешне только проявляется, а в сердце не имеет места. Поэтому Бог требует от нас сердца нашего. Сын мой, отдай сердце твое мне, в притчах так сказано. Второй момент, который касается вот, духовной жизни, в Священном Писании сказано, что Царство Божие внутри вас есть, и под Царством Божиим понимается и состояние человеческого сердца, в которое должен прийти христианин. Один из богословов сказал красивые слова: «Если Царство Божие внутри не будет, то любое наружное действие малополезно. И царь не славен, и силач слаб, и ученый глуп». То есть, когда в сердце нет главного, то все внешние проявления, они пусты. Они не имеют в себе никакой силы. А теперь главный вопрос. Что же нам необходимо сделать, чтобы инструменты нашей души, там, ум, воля, разум, чувства, чтобы они все вот заиграли в единой симфонии, как эти инструменты души выставить, настроить, чтобы получился звучный аккорд. И аккорд желательно мажорный. Ну, минорный тоже неплохо. Главное, чтобы это был аккорд, чтобы все чувства души нашей, они звучали в унисон, чтобы они звучали в гармонии. Я нахожу настройку нашей души в молитве Господней, в молитве Отче наш. Вот в этой молитве мы говорим: «Да будет воля Твоя». Что подразумевается здесь? И так, в принципе, на всю воля Бога. Угу. Если разобраться, то от нас ничего не зависит. Даже ты не знаешь, вот стоит кружка с водой, и от Бога зависит, смогу ли я выпить эту воду. Не от меня. От меня может быть желание, но конечный результат за Богом. И «да будет воля Твоя» — это значит не столько поступать по воле Божией, а согласиться с тем, что все, что происходит, это по воле Божией уже есть. Даже неприятное, даже если это тебе не нравится, соглашаясь с этим, ты говоришь: «Да будет воля Твоя». Ты умнее, ты мудрее, тебе лучше видно. Это первый момент, который происходит в сердце человеческом. Потому что умом можно понимать, что Богу виднее, но сердце человеческое может протестовать. И вот первое — сказать от сердца «да будет воля Твоя» — это уже некая работа над сердцем, это уже там нота ля или нота до, там центральная в настройках камертона, зазвучали. «Да светится имя Твое». То есть где оно должно светиться? Опять же, внутри меня. Не в наружных там поклонах. Снаружи это начинает проявляться только тогда, когда есть внутри. Есть люди, которые едут в маршрутке мимо храма. И несмотря на то, что негде там разворачиваться, начинает он креститься. Тем самым всех толкая, всех раздражая, потому что ему надо пространство для крестного знамени. И боюсь, что за этим внешним почитанием храма Божия, которое должно быть, нет внутренней никакой подоплеки, что внутри в человека пусто, что он не видит ценностей стоящих вокруг, что душа стоящего человека, она дороже, наверное, и здания храма, потому что Бог так сказал, что все ценности мира
недостойны одной души. Вот, да светится имя Твое. Где? Во мне. Если оно начинает светиться в сердце, оно освящается мной и во внешних проявлениях. Тогда я знаю, где надо положить поклон, а где надо воздержаться и прославить Бога в сердце, не показывая это снаружи. Да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный. Это все, все те прошения, которые взывают к человеческому сердцу и к Богу, чтобы Бог это сердце помог изменить. Потому что духовная жизнь, она описана таким словом греческим, как синергия, соработничество. Духовная жизнь, она не может быть в одностороннем порядке происходить. Она всегда происходит в медленном, быстром, поступательном движении навстречу двух, Бога и души человеческой. И вот в этом движении необходимо мое желание, моя молитва. Вот в частности, молитва «Отче наш». Читая ее, мы настраиваем свою душу. Она начинает звучать в нужном регистре, в нужном ключе, и чувства нашей души настраиваются на божественную мелодию. И когда это происходит, то духовная наша жизнь, она сразу преображается, она приобретает иной оттенок, потому что каждый из нас может и сейчас, может в прошлом, но жил внешней жизнью, о которой Бог сам сказал, что вы гробы крашеные, потому что снаружи вы красивые, а внутри полные мертвых костей. Это касается и нас, христиан, которые снаружи вроде мы благообразные, там, чинные, культурные, как там нас еще похвалить, а внутри собрание костей. Поэтому обличение Бога звучит строго и к нам, что вы не звучите как инструмент. Мы не звучим как инструмент, который создал Бог. Ведь человек — это удивительный инструмент, и он должен зазвучать. А перед тем, как купил гитару, перед тем, как на ней взять первые аккорды, необходимо проделать некую работу по настройке этой гитары, любого инструмента. Если это инструмент человеческий, созданный человеческими руками, требует скрупулезной настройки, то насколько более ценный человек и насколько сложнее его момент настраивания. И настройщиком является Бог, только необходимо дать свое согласие. Боже, ты настрой меня так, чтобы я зазвучал для тебя, чтобы моя жизнь, она не была как вот эти мартышка, медведь, обезьяна. Да. Чтобы моя духовная жизнь не была похожа на этих деятелей, которые приходят и спрашивают, а кому мне поставить свечку, чтобы мне помириться со свекровью? Это серьезный вопрос, и на него ответа я до сих пор не нашел. Кому можно подставить свечку, чтобы повезло в бизнесе? Кому помолиться, чтобы вернули украденные вещи? То есть это все происходит от того, что человек полагается на внешнюю сторону религиозной деятельности. И когда человеку говоришь в лицо прямо «вы», неверующий человек, то в лучшем случае он говорит «ну да, в принципе, ну, так совесть есть у человека». В худшем он начинает спорить. И когда ты спрашиваешь «хорошо», когда вы последний раз причащались? Как бы внешняя сторона религиозной деятельности, которая требует внутренней подготовки длительной. Человек говорит, ну, прошлый год в пост причащался. И как, я молодец, я ходил к врачу, я все, вот, анализы сдал. То есть и человек за внешними проявлениями, он и не чувствует потребности во внутренней перемене. И главное вот это то, что Бог как-то сказал, что многие мне скажут в оный день, то есть в день суда, Господи, не Твоим ли именем мы исцеляли, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли,
«И я скажу им, — говорит Христос, — идите от меня, проклятые, в огонь вечный, я никогда вас не знал». Почему? Потому что мы никогда не знали Бога. Потому что мы за внешними обрядами и проявлениями религиозности так и не увидели Бога. Это я говорю не с тем, чтобы порицать внешнюю сторону религиозной жизни. Нет, она освящена обрядами, она освящена временем, она освящена тем, что ею пользовались святые, которые достигли высоких тавтологии, высоких высот. Да. Люди освятили эти обряды тем, что они ими пользовались. Сергий Радонежский молился, как и мы. Ну, не по тому молитвослову, что и мы, но читал утром и вечером молитвы, какие уже не важно. То есть обрядовая сторона нужна, но она всегда должна быть на втором месте, может быть, даже и на третьем и четвертом. Сначала должно преображаться внутреннее состояние человека. От внутреннего к внешнему, как говорил Льюис, и я уже раз 50 говорил, без низшего не стоит высшее. Без внутренней деятельности человеческой жизни, религиозной, внешняя религиозность пуста. Можно участвовать в таинствах, не участвуя в таинствах. Как говорил Климент Александрийский, люди тебя могут крестить, имея в виду таинство крещения, но Дух Святой крестить не будет, если ты лицемеришь. Например, не понимая, что происходит, не участвуешь в этом. Пошел, потому что тебе жена сказала, что иди крестись. И ты ради того, чтобы, да ладно, отцепись от меня, пойду постою там 20 минут. Или более частый пример, иди венчайся. Вот у нас мания в жен христиан затянуть своего мужа неверующего во что бы то ни стало для участия в церковных таинствах. Так вот, знаете, женщина, вы творите большой грех. Вы вместо того, чтобы человек пришел к Богу естественным путем от внутренней потребности к внешним проявлениям, вместо этого вы ставите воз впереди лошади. В жизни, в житии еще рано говорить, в жизни, в биографии митрополита Антония Суржского есть такой случай. Он одну супружескую пару, мужа и жену, которые были зарегистрированы в плане брака. Они были семья полноценная. Он их 15 лет готовил к таинству венчания. 15 лет. Никуда не спешил. Не боялся. А вдруг умрет невенчанным? Нет, ну как? Если Божья воля не умрет, если на то воля Божья, то что изменит венчание, пропетое над людьми, ничего не понимающему, зачем это делается? И он 15 лет супружескую пару, они жили как муж и жена, у них были дети, они жили долго еще до знакомства с митрополитом Антонием совместной жизнью. Все было законно по государственным понятиям и по человеческим. Но для участия в таинстве венчания ему понадобилось 15 лет. То есть это хороший пример. А наши бы что сделали? Иди венчайся. Я ничего не понимаю. Потом поймешь, сейчас это не важно, иди венчайся. То есть это у нас такая болячка, всех затянуть в храм и заставить их участвовать в таинствах. В древности так не было. В древности двери закрывали от тех, кто не понимает. В древности двери, все. Остальные остаются. Те, кто наш, остальные все за дверями. Понимали люди, что если нет внутренней потребности в жизни христианской, такое тоже бывает, и это нормально. Этому пугаться не надо. Особенно там впадают в панику, когда вот, дети ходят в храм в определенном возрасте, чаще всего в переходной период, там мальчиков и девочек разное время, ребенок отходит от Бога. В этом нет никакого траура и никакой трагедии. Вот мы слышали притчу о блудном сыне. Бог сознательно отпускает сына блудного, иди. Он же знает, чем это закончится, конечно, знает. Но момент возвращения и момент переоценки действительности, что у моего отца слуги хлеб не ценят вообще, столько у него этого хлеба.
пойду к нему и скажу, согрешил на небе и пред тобою. И вот ради этой ценности этого момента Бог позволяет нам быть иногда заблудшим. Бог позволяет нам не чувствовать в нем потребности, чтобы мы, нахлебавшись этой жизни, чтобы нас стошнило, прошел естественный процесс, и человек возжидал лучшего, чтобы он почувствовал необходимости общения с главным настройщиком нашей души. Я желаю, чтобы тот, кто создал этот удивительный инструмент, человеческую душу, он ее нам и настроил. Ангела-хранителя.